1985 года. 21 апреля отмечался День местного самоуправления. К этому событию было приурочено торжественное мероприятие, прошедшее в ГДК. Глава Колпашевского района Андрей Медных поприветствовал коллег, глав и сотрудников районной, городской и сельских администраций, депутатов. И поблагодарил их за эффективное выполнение стратегических задач, совершенствование муниципальной правовой базы и последовательное решение текущих задач в районе. Сегодня наш уровень власти – это самый приближенный к населению. Мы, как никто другой, сегодня ощущаем все те проблемы, которые интересуют наше население, все те вопросы, которые необходимо решать. И я вот сегодня, глядя на вас, чувствую, что мы единая команда, мы с этим справляемся, и впереди у нас много еще славных дел. А это и реализация нацпроектов, и то, что сегодня есть обращение Федерального собрания, так или иначе, мы все с вами вместе будем решать эти вопросы. Сегодня утром у нас состоялся ВКС, который вел заместитель губернатора Рожков Анатолий Михайлович, он как раз курирует наше направление. Он просил передать всем свои искренние поздравления с этим замечательным праздником. Еще раз всех с праздником, здоровья, счастья, терпения, успехов, всех благ. День местного самоуправления закреплен в календаре государственных праздников страны указом президента с 2012 года и ежегодно отмечается 21 апреля. В органах местного самоуправления Колпашевского района трудится более 100 специалистов. Это руководство и служащие муниципалитета и поселений, председатели, депутаты районной думы и советов поселений. Благодаря их ежедневной плодотворной работе Колпашевский район планомерно развивается, села меняют облик. Праздник День местного самоуправления – прекрасный повод выразить слова благодарности людям, которые работают на благо населения. В честь праздника ряд сотрудников органов местного самоуправления был удостоен наград. Почетной грамоты администрации Томской области удостоен глава Новоселовского сельского поселения Сергей Петров. Андрей Медных вручил начальнику организационного отдела Колпашевского городского поселения Наталье Устюговой благодарность областной администрации за существенный вклад в развитие местного самоуправления. Почетными грамотами Совета муниципальных образований Томской области отмечены начальник районного управления образования Светлана Браун, главный специалист по кадрам хоркотдела районной администрации Алена Семенова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности городской администрации Оксана Шандра. За активную и результативную деятельность по развитию местного самоуправления благодарности Совета муниципальных образований Томской области удостоены специалисты районной администрации Татьяна Григоренко, Елена Кадыкова, заместитель начальника правового отдела Марина Комарова, специалист городского поселения Владимир Тодоров. Прекрасными подарками виновникам праздника стали танцевальные и вокальные номера колпашевских артистов. Колпашевский район совместно с областной администрацией участвует в реализации национальных проектов, направленных на развитие территории, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей самореализации и раскрытию таланта каждого человека. Благодаря стараниям сотрудников органов местного самоуправления наш район развивается на благо жителей и становится более комфортным и благоустроенным. Глава муниципалитета Андрей Медных в честь профессионального праздника вручил ряду сотрудников также почетные грамоты и благодарственные письма районной администрации. Отдельные слова признательности были адресованы ветеранам органов местного самоуправления за значительный вклад в развитие местного самоуправления Колпашевского района. Огромное спасибо ветеранам, кто сегодня присутствует здесь. Не только здесь, но много лет отдал работе в органах местного самоуправления. Поверьте, что мы, сегодняшние управленцы, достойное продолжение тех славных дел, которые были начаты много лет назад. Коллег также поздравил мэр города Алексей Щукин. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником, Днем органов местного самоуправления. На сотрудников органов местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие территории, благополучие ее жителей. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного контроля и выдержки. Нам доподлинно известно, что не всегда в нашей работе бывает все просто. Зачастую никакая инструкция не может разрешить некоторые ситуации. И лишь наш опыт, человечность и любовь к делу помогает выйти из положения. Желаю всем настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, профессиональных успехов во всех делах. С праздником!
Алексей Щукин вручил благодарственное письмо администрации Колпашевского городского поселения Никите Браун, ведущему специалисту по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и безопасности населения. Муниципальная власть самая близкая к населению, а потому на депутатов и работников органов местного самоуправления лежит серьезная ответственность за социальное и экономическое развитие района и его жителей. Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления трудно переоценить. Именно сюда обращаются люди со своими проблемами, трудностями и вопросами, от решения которых напрямую зависит качество жизни населения. До свидания! До новых встреч!